все с игрой, все с треском, тягой. А, сейчас тут цементально. Молодец. Пошла, пошла. Замолчите вы. И собаки от твари, блин. Я отошел специально, чтобы было слышно треска, они сейчас мне скулят. Запускать туда. Красота. Чтобы кто не говорил, вот ментальная слева крайняя, что она забивная, все дела, она просто на сильной игре. Она летает и довольно-таки неплохо, но треск у нее, конечно, бомба. Я думал, что сильнее гривунов никто не бьет, оказалось, бьет. Да еще как. Грач полетел. Мог бы еще там выпустить штуки 4 тоже с тягой, с винтом. Но они на яйцах, не хочу. Скоро тоже птенцы у них уже повылупливаются. Поэтому... Ой-ой-ой, что-то удаляет. Не гоняется в полном объеме, поэтому такое частичное раскрытие. Сейчас даже вот пескуны есть, которые вчера их ястреб шуганул, они уже падают на хвост лодочкой. Светит, что снимаю, не вижу толком. О, шейка стукнула. На хвост мраморная упала, молодец. Что-то задекорело. А, нет, пошел тягу раз. Часик не отлетали, уже будет хорошо. Когда уже 100% буду уверен, что хищника не будет, вот тогда будет серьезно.
Думаю, они у меня через месяц уже будут. Часа два летать точно. Ветерок дует. Сейчас зайду во двор, чтобы не было слышно ветра. Метров 60 где-то сейчас поднялись, даже уже опустились. Были туда где-то 80 метров точно. О, классно, классно. Пока еще молодые не раскрылись, нет вот этого одновременного, как у азиатов. Когда берут игру, у них такая остановка бывает сразу, штук 5-6 стягает такой треск. Ну, красиво. Ладно, будем заканчивать. Пора уже кормить. Сегодня буду отдельно кормить пескунов. Буду пробовать их подкармливать. И это отдельно, потому что уже на вторую кладку пошли. Всем благ, всем здоровья, мирного неба над головой.